Не сидится очень трудолюбивому Айкыну на месте. Вроде снял только-только новый клип, да еще и на совместную с молодой певицей Аделей песню. Так сразу же задумался о новом проекте. И это, представьте себе, снова дуэт. Скоро еще один новый клип снимем. Режиссером будет Дженис Хан Торе. На этот раз решил друга выбрать режиссером, потому что мне нужен клип в стиле Дженис Хана. Что именно значит стиль Дженис Хана, непонятно. Зато новый трек Айкына будет вполне себе под стать весенней погоде. Песня будет на двух языках, но пока не скажу, какие именно это будут языки. Только не говорите, что вы решили пойти по стопам братьев Нуртаз и запеть в стиле My Universe. С другой стороны, чем бы артист не тешился, не правда ли? А вот что касается локации, то изначально певец планировал. Сначала думал на Гоа поехать и там снять. Потом подумал, что можно в Турцию, потому что съемки хочу, чтобы были на берегу озера. Не озеро, а море. Но и вот вам неожиданный факт. Клипы, снятые в Казахстане, выше по качеству. Так, по крайней мере, считает Айкын. Нам же кажется, что на родине снимать просто дешевле, да и телодвижений лишних не нужно совершать. Там просто качество видео портится, поэтому, чтобы была качественная работа, надо снимать в Казахстане, так как надо будет свет ставить, разные декорации, и тогда я получу свой желаемый клип. Ну и, как мы уже говорили ранее, эта песня вновь станет совместной. С кем, спросите вы? Предвосхищая ваши выводы, ответим – неважно. Айкын сам так сказал. Неважно. Ценность имеет только творчество. Собственно, именно это, скорее всего, и пытался донести до всех певец. Ну а нам остается только ждать выхода нового клипа, к съемкам которого Айкын приступит уже совсем скоро.